Яркий, функциональный и безопасный игровой комплекс появился в Кубинке-1. Всего за период действия губернаторской программы «Наше Подмосковье» здесь появилось 3 таких площадки. Песочницы, горки, качели и паутинка. Каждый элемент игрового комплекса установлен не случайно и ориентирован на тренировку и развитие физических навыков малышей. Такие современные детские площадки оказывают влияние и на формирование социальных навыков детей. Играя, ребята учатся находить общий язык друг с другом. При разработке концепции каждого комплекса обязательно учитывают пожелания местных жителей. Моей дочке нравятся очень горки, карусельки и качельки. Иногда еще залезаем на паутинку, покачаться немножко, потому что нам не по возрасту. Все элементы новой площадки выполнены из современных, имеющих необходимые сертификаты материалов, которые соответствуют требованиям ГОСТа и абсолютно безопасны для детей. Также благоустроена прилегающая территория и установлено дополнительное освещение. На игровой площадке уложено разноцветное комфортное резиновое покрытие. Мы ее построили рядом с городским домом офицеров и школой. Здесь же, чуть дальше. И как многодетные родители, я как многодетный отец, хорошо понимаем, что это самое удачное место для детской площадки. И мы благодарны всем, кто принимал в этом участие. Большое спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву за эту площадку, от всех нас спасибо. Площадка уже полюбилась самым маленьким жителям. Ежедневно на ней проводят досуг десятки мальчишек и девчонок со всей округи. Паутине. А еще что нравится? Замок. Паутинка мне понравилась. Я чувствую себя настоящим супергероем. В 2019 году планируется расширение возрастной аудитории комплексов. Игровые площадки станут местом проведения семейного досуга. В них появятся места отдыха для людей старшего поколения, пенсионеров. Екатерина Яровая, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».